питательно и вкусно. Почти 500 человек столько ежедневно обслуживает столовая рудника «Интернациональный» в Мирном. В меню шахтеров можно найти свыше 50 наименований различных блюд. Среди них салаты, горячие мясные и рыбные блюда, а также разнообразная выпечка и прохладительные напитки. Чем сегодня кормят на руднике и сколько это стоит, узнала Наталья Николаева. Столовая «Интера» пока пусто и тихо, но работа, конечно, кипит. Приготовить обед на три смены шахтеров – задача не из простых. Одна из забот – разработка меню. Правильное питание для шахтеров – залог хорошей работы. Большую часть дня они проводят в шахте. Поэтому очень важно, чтобы то, что предлагают повара, было вкусно, питательно и полезно. Именно поэтому особое внимание столовых акционерной компании уделяется рациону питания и качеству предлагаемых блюд. Для организации питания «Алроса» заключила договор с предприятием «Рацион». Специально для шахтеров разработано профилактическое питание. Меню составляет с учетом пищевой и энергетической ценности. В среднем калорийность комплекса составляет 1500 килокалорий. Стоимость не более 220 рублей. 216. Этой установкой столовой «Интера» гордятся больше всего. Пара-конвектомат, конвекционная печь – единственный иностранец в помещении, произведен в Германии. Менее чем за час может приготовить более 200 порций, например, вкусной рыбки. Юлия Гуль в столовой «Интера» работает уже 13-й год. Говорит, что никем другим себя не представляет. Секрет ее мастерства прост. Главное – все делать с душой. Нравится кормить людей, что приятно, вкусно. Замечательно. А какое блюдо у вас самое любимое, которое вы будете работать, готовить? Да все, наверное. Все? Такого нет, да? Нету, чтобы не а любили. Дома как? Так же, приходишь и готовишь. В меню рыбные, мясные и овощные блюда. Особой популярностью пользуется выпечка. Когда в столовой оживленно и многолюдно, значит, обед удался. Сытые и довольные шахтеры, пожалуй, главный критерий оценки питания. Пирожки. Вот такие печеные, такие пирожки мы любим. Понимаете, вот чувствуется, вот хочется домашней пищи такой, пирожочков. Вот приходим, есть. Пирожочки свежие здесь. А это похоже на домашние? Конечно, как один в один, как мать готовила. Столовые Мирнинского ГОКа работают по единому прескуранту цен. Стоимость обеда варьируется от 180 до 300 рублей. Питание, возможно, и не самое изысканное, зато очень вкусное. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».